Всем привет, с вами SteveProи сегодня покажу вам мод Portal Gun для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода в нашем мире появится оружие из знаменитой игры Portal. Во-первых, мод приносит нам музыкальный блок, в котором мы сможем послушать музыку. Ну и также мы сможем выключить музыку, тапнув по этому блоку. Также мы добавляем блоки, на которых мы сможем высоко подпрыгивать. Ну, сейчас мне мешает потолок, но все же мы сможем подпрыгивать. Также мы добавляем радио. Но чтобы слушать радио, вам понадобится загрузить дополнительное аудио из интернета. Также мод приносит портал. Здесь это самое главное. Прыгаем в синий портал и появляемся в рыжем. Прыгаем в рыжий, появляемся синим. Что ж, чтобы сделать этот портал, нам понадобится эта пушка. И стреляем сначала сюда, после чего стреляем сюда уже зеленым порталом. И мы можем уже начинать прыгать в синий портал и телепортироваться в рыжий портал, после чего у нас все отлично работает. Давайте вернем эти порталы на место и продолжим дальше. Дальше у нас идут новые мобы. Вот такие дроиды. Один коричневый, один белый. И также этих дроидов мы можем настроить с помощью такой настройкой. Ну, мы можем делать их злыми, то есть они активируются и будут убивать нас. Но, если честно, они бьют снежками. Ну, этот моб почему-то меня бить не хочет, наверное, он добрый, но белый моб с радостью меня захочет убить. Ну, пусть он остается, он будет с нами дальше обозревать мод. Это книжка, в ней вы сможете узнать о этом моде практически все. И также сможете настроить этот мод под себя. Опять же, повторюсь, с помощью этой книжки. Дальше мод добавляет специальную штуку, с помощью которой мы сможем, так сказать, изменить гравитацию моба. То есть мы сможем просто их держать в воздухе. Для этого нужно тапнуть этой штучкой по мобу, и он поднимется в воздух. То есть мы поднимем его в воздух. Так, и также мы сможем его оттолкнуть с помощью кнопки Shot. Или просто дропнуть с помощью кнопки Drop. Он просто упадет на место, там, где вы его поставите. Вот как видите, он просто упал. Вот. Ну что ж, что ты мне смотришь? На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.